Никита Задоров, Colorado Avalanche. И Валера Нечушкин, Colorado Avalanche. Сегодня играем... Матчап. Будем отвечать на вопросы, насколько мы знаем хорошо друг друга. Поехали. Мой ответ — котлеты. Я думаю, он угадал. У меня поболее попроще ответ — это суши. Кстати, ты попал. Да, балдю. Ладно, я пошутил. Да я вообще не без понятия. Я котлеты люблю, мне мама готовит постоянно раньше. Че он спросил? Караоке какая песня у меня любимая. А, любимая? Блин, ну ты вообще больше это любишь, dance music. He loves the dance music. All the time. He's not really singing. Не поет, короче. Поэтому не знаю. Ну ты рэп любишь? Ну давай по фану ответим, что. Давай. Блин, все песни из головы вообще ушли. Вау, наверное, Верка Сердючка, хорошо. Давай я так отвечу. Ну это классика, да. Все ее знают. Калинка. Артист любимый. Я не знаю, кто у тебя. Я знаю, кто у тебя. Где ты подглядываешь? Ну, если ты так, я уже опять Верку Сердючку напишу тоже. Твой чест. Ты рэп любишь? Да. Да? Окей. Давай теперь. Нет, это неправда. Неправда. Я думал, ты Оксимирон любишь. Нет? Почти ты попал, там рядом есть персонаж. Ну кто, скажи, за это? Криптонит мне нравится. У тебя зеленый же дает бы? Не то, братан. Да он. Да. Че, серьезно? Да. Светлый. У меня самый распространенный. Самый популярный. Самый популярный зеленый. Кари. Ну ладно. У тебя зеленый. Не, мне голубые, братан. Ну они зеленые, голубые. Ну такие, да. Вот, я попал. Мне нравится, когда голубые. Окей. Кстати, можешь знать, у тебя меньше, чем у меня? Да, меньше. Чуть-чуть. Думаю, что у тебя где-то 97. Ты попал, по-моему. 87. Не, у меня либо 96, либо 97. У меня где-то под 70. У меня 80 нету, да. Ну ладно, все, он быстро. Ну или... Ну да.